История современности. На радио. С началом 21 века в России началось возрождение комплекса. После того, как в 90-е годы был резко сокращен заказ, развитие ОПК сильно забуксовало. Лишь возврат к прежней системе финансирования. Реклама. Там радио Хабаровск. Теперь «Комсомольская правда» у тебя. И это чистая правда. Загружай бесплатное приложение FM Radio Хабаровск в Google Play или App Store и выбери свое радио. Приложение FM Radio Хабаровск во всех смартфонах города. Прогноз погоды. Сегодня в Хабаровске возможен кратковременный дождь. Ветер южно-слабый. Утром плюс 18-20, днем до 23 градусов. Служба радио «Комсомольская правда», Хабаровск, 75-06-05. Автомобили. С Андреем. Полезное радио. Здравствуйте, красный. Вообще дорога эта платная.